Глава Люберец Владимир Волков встретился с жителями северной стороны города. Поводом стало запланированное строительство Ледового дворца на улице Побратимов, которое вызвало у людей много вопросов. Подробности в сюжете Луизы Егиазарян. Сквер между домами 15 и 17 на улице Побратимов – один из любимых зеленых уголков для жителей северной части города. Узнав, что на этом месте планируется строительство спортивного сооружения, люберчане обратились к представителям власти. Это единственный зеленый островок, потому что ближайшего здесь нет, кроме Наташевского парка, где можно погулять с детьми, где пожилые люди могут выйти погулять. Именно по этой причине большинство жителей были против строительства Ледового дворца на месте сквера. Точку в вопросе поставил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Решение уже принято, назад никакого не будет, никакого Ледового дворца здесь не будет. Оставляем сквер. Тогда предложение к вам создать такую небольшую рабочую группу. Пусть от вас будет 5-7 человек. Мы от нас, от администрации, закрепим проектировщика. В течение осеннего, зимнего периода мы запроектируем. Отвечать как ответственный заместитель администрации по благоустройству будет Романцова Наталья Николаевна. Обустроить на этом месте современную, комфортную и безопасную зону отдыха Владимир Волков пообещал следующим летом. А для строительства Ледового дворца, который крайне необходим спортсменам, уже выбрали другую локацию. Здесь шикарное место вдоль коллектора, который Мосводоканала. Удобное. И там пустырь, который можно использовать под спортивный объект. И всякая, скажем так, преступность там уйдет. Поэтому интересы соблюдаем всех жителей здесь и там. Принимается? Принимается. Все. Вам спасибо. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Право-лево, можно там?